Так, въезжаем в свой лотос. Частная собственность. Частная собственность. Ага, нам шлагбаум открывает. Посмотрим, сколько снега. Ну, не сказать, что много. Так, приехали на дачу. Их последний раз были 7 января. Так, через калитку придется, наверное, прыгать. Через калитку придется прыгать. Ее точно не откроешь. Нет, Саш, не откроем. Бассейн там вообще, наверное, я вижу весь. Пойдем нырять в бассейн. С чего начинать-то? Может, мы это зря, Саш, затеяли, а? Не-а. Саш, давай подумаем другим путем идти. Как Ленин сказал, мы пойдем другим путем. Нам не откопать это все. Что, откопаем, да? Так, ну вот, Саша очистил. И теперь встаю в такой дилемме. Что делать-то дальше? Вот вход. Ну что, я пошла? За второй лопатой? Давай. Я начну отсюда тропинку пробивать, а ты оттуда. Так, значит, сколько здесь? Встретимся на середине. Ты что, и я буду работать, да? Нет, не хочешь, не работай. Я хочу в бассейн посмотреть, сколько там у нас. Иди. Представляете, поле вообще. Снежное поле на даче. Главное, видно, что никто не ходил, никто ничего не вынес. Ладно, я пошла. Ну это ты только себя, не видно же, куда ты наступаешь. Не видно. Здравствуйте, мои дорогие! С вами Любовь. И я пытаюсь... Ну-ка... Так, ну по колено. В принципе-то. Ух ты! Вот та-да! Вот я понимаю! Это вам не Москва! Не знаю, видно, не видно? Попытаюсь. Вау, вот это... Представляете, пробираться на дачу. Тут видны мои ноги. Опа! Охота пуще неволи, что называется, да? Во! Осталось немножко. Осталось немножко. Вот это да! Это ж после бани-то одно удовольствие поваляться в этом снегу. Ух! Ух, я вижу, сколько здесь еще работы. Сколько сейчас здесь будет работы, помимо того, чтобы очистить снег? Я вообще в таком восторге. Снега-то сколько? Так. Реально по колено? Реально по колено? Пробраться к своему дому. Ура! 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 Последний раз мы здесь были в январе месяце. Помните, я пересаживала с мужем черешню. В январе, да? Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. И что сейчас нужно будет делать в первую очередь? Мои следы
мои следы. Нет, я все-таки ребенок асфальта. Тот, кто живет в деревне, скажет: о, Любаша, удивила. А меня это действительно удивило. Наша елочка с Нового года стоит. Ну вот, пускай постоит еще немножечко. Вот она красавица. Добро пожаловать на чай. Ничего себе! Посмотрите, сколько снега! Ничего себе! Так, что здесь нужно? Туи помочь подняться. Это да, туи нужно помочь подняться под такой тяжестью. Жалко, нагнулась. Так, что еще? Иду смотреть. Столик, занесенный снегом. Мангал. А, наша скамеечка. Так, что еще? И моя мангальная зона. Шведская зона. Зона шведского стола. Вот такая красота. Ну и вот еще шапки, просто шапки. Ой, как здорово. Ну, в остальном все в порядке. Красиво. Хожу кругами. Хожу кругами. Опа. Ничего себе. Так, куда еще меня сейчас занесет? Смотрю на кусты свои, все повалило снегом. Ну, надеюсь, к весне отойдут. А вот иву нужно сейчас будет немножечко поднять, иначе она сломается. Так что работы у нас много. Столик с креслом, занесенный снегом. Ох, пробраться бы сейчас к иве моей. Ей точно надо будет помочь, трясти. Так вот, совсем жалко. Ну, ничего, и куст совсем погнуло. Вот, хожу кругами такими. Главное найти здесь дорожку, нащупать, чтобы не провалиться. Все равно по колено. Все равно по колено. О как. Ну вот, мы идем с Сашей навстречу друг другу. Помните, как бам строился, да, Саш? Я с этой стороны копаю. Саша с той стороны копает. Так что, запыхавшись малость. Так, что ты говоришь, чай поставить? Хорошо. Откопали, даже пятилетка не прошла. Как в БАМе. Турксиб, Сибирь и Туркмения. Короче, мне досталось поменьше. Я большей частью по хозяйству, по обедам, по завтракам. Так, последний метр остался. Ну дай покопать-то. Копай. Нет. Все включено? Все включено. Копай. Есть смычка. Что есть? Смычка. Есть смычка. Ура! Все. Это тебе на неделе будет. Приедешь, будешь уже
ровненько вычищать. Ой, розовенькая такая, довольная. Конечно. А не хотела ехать еще. Взяли себе за правило, после того, как нам поставили счетчики на столбах, вынесли еще и заставили вынести счетчики на столбы, каждый раз, когда приезжаем, проверять счетчики. Ну, как я высоко забралась, да? Ну, не буду говорить, что это было. Не буду говорить, после какого прецедента. Теперь, уезжая, пишем показания счетчика и приезжая. Но чтобы добраться до этого столба, мне придется пройти непаханное поле. Да, мне муж кричит, ты еще только туда идешь? Ну, к вечеру вернусь. У нас столб не на участке. Слушайте-ка, одно удовольствие. Благо у меня такие штанцы, но я не в валенках. Так, сейчас посмотрим. Ну вот таким образом оставляем записочку, были последний раз 8 января. Ну так вроде все сходится. Все в порядке. Все хорошо, теперь обратный путь. Обратный путь уже легче, потому что идешь уже по проторенной дорожке. О, уже легко. Это я сейчас быстренько добегу обратно. Ух ты. Так, сейчас у нас 0-0. Но если на улице будет минус 7, он же тоже будет показывать дом минус 7. Сейчас на улице минус 2 всего. Может, тут 0 и есть. Смотри, вот в той комнате, на том. Хорошо. Что показывает. Ну, в этой комнате тоже показывает 0-0. Почему? 0-0. Ну, может, он минус не показывает. Может быть. Что-то на самом деле первую зиму, когда у нас мышей нету. Я просто смотрю. Ты подожди, еще. Я смотрю по мылу. У нас мыло никто не сожрал. Обычно у нас... Сейчас есть еда. Значит, есть еда, да? Потому что я вижу, что осталось мыло целое. Нас обычно мыло съедали весной, только так. Когда, сейчас они, у них там, они под снегом, у них все есть. А когда начнет таять, все это будет вода, они переберутся сюда, на сухое. Понятно. Сейчас чай пьем, немножко поработаем. Это я не курю. Так в доме. Ты не лезь в камеру-то. Я не лезу в камеру. Лезешь. Видно. Так, дорожку в ваню прочистить. Святое дело. Это уж точно моя работа. Так, ну что? Отряхнуть тебя, моя хорошая. Ой, красота. На голову. Ты. У нас с тобой в январе были садовые работы. Когда они закончатся, эти работы. О, давай, 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 зай, поднимайся, поднимайся. Молодец. Давай, давай, давай. Все. Все, поднялась? Она дальше поднимется, все. Ну да, она поднимется. Ох, сейчас. Все, да? Ну все, давай, зай. А запахло ты как? Смолы. Так, пробираюсь с лопаты. Теперь тебе помочь, мои хорошие.
что вот тут. За ствол, да? Да, за ствол возьми и подтяни ее кверху, потряси. Хорошо. Она поднимется. Хорошо. Сейчас буду трясти. А то что-то реально совсем нагнулась. Мне жалко. Не сломаю, нет, Саша? Во. Отлично. Ну все. Поднимешься, зай, давай уж как-нибудь. Красотуля моя. А вот он мой колокол, который я купила в Ашане. Как раз в начале январских праздников на распродаже. Не знаю, кому он здесь звонит. Снегом. А вот там у забора все кусты, которые выше меня ростом, я надеюсь, их не сломала, а просто положила под снег. Они выше меня ростом. А что выше? Ну, я 1,56 м, значит, 1,65 м они, 1,70 м. Ну, весной посмотрим. Итак, мои дорогие, райской кухни на ужин. Купила грудку. Ну, что ее показывать? Грудка, она есть грудка. А вот приправы я покажу. Помните мою волшебную коробочку? Волшебная коробочка, которую подарили мне друзья. Своими руками сделанная. Так что очень приятно. Каждый раз достаю и каждый раз вспоминаю, как это приятно, когда тебе что-то дарят своими руками. Я люблю брать вот такую вот пергаментную бумагу. Она уже, на самом деле, уже чем-то там всем пропитана. Так, ребята таджики мне привезли на даче вот какую-то такую смесь интересную. В общем, я тоже туда курицы все это положу. De toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cumbe Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Так, и вот в таком рукаве я люблю запекать курицу. Это наш любимый фикс прайс. Достаем вот такой вот рукав. Здесь даже какие-то эти самые заглушечки, чтобы не разворачивалось. Отлично. Вот, упаковала в этот рукав. Кстати, этого рукава хватит, наверное, на... Я так посчитала, наверное, на 15 раз завернуть курицу. И отправляю все это в электрогриль. Вот. Puerto Rico.